Этот у них постоянно, у них там уже и каркас сам по себе помассивнее идет, и люлька она больше идет, и овальная, да, большая, в них спать можно. Которая вот эта получается... люлька, да, вот которая? Да, 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 но в них получается ребенок вас не будет видеть, когда вы чем-то будете заниматься, он будет капризничать постоянно. А тут вы его на кухню отнесли, также рядом с собой поставили, он у вас уже на виду, и вы видите, что он, как он делает. Да, вроде поближе, что не капризничает.